Еще недавно Любовь Успенская смогла наладить отношения со своей единственной дочерью Татьяной Плаксиной, которая ранее не хотела уезжать из США к матери. Успенская и Плаксина вместе выходили в свет и выглядели счастливыми. Самые тяжелые минуты и моменты жизни мы преодолели. То есть, слава Богу, что моя мольба Богу мне помогла, и мои старания, мои влияния, мои финансы тоже, что немаловажно, я ее спасла. Таня наконец-то пошла на поправку, поработала над своей внешностью и начала активно заниматься музыкой. Однако на днях у нее произошел очередной срыв, и девушка снова оказалась в клинике. Татьяну Плаксину увезли на принудительное лечение прямо из загородного особняка матери. Об этом сообщили юные блогеры, которые приехали к Успенской домой для съемок в тот день, когда Татьяну увезли в клинику. По словам молодых людей, Любовь Залмановна была совершенно измученной и не выспавшейся. Певица сильно переживала за дочь, но все-таки собралась силами и снялась для нового проекта. Дочку же забрали сегодня утром в психдиспансер. Была речь о том, что Люба сегодня проснулась в слезах. Она долго гримировалась, да, то есть она долго готовилась, это факт. Но вышла она, безусловно, радостная, то есть счастливая и с улыбкой на лице. По словам тиктокеров, на съемочной площадке вовсю болтали о том, что Плаксину утром увезли в больницу. По их мнению, информацию рассекретил кто-то из близкого окружения Успенской. Дочки дома не было точно, потому что, ну, мы же снимали, то есть мы же были в доме, мы же смотрели, ну, где она пряталась. Информацию подтвердила и повар клиники, куда предположительно отправили Татьяну. По ее словам, девушка провела в рехабе день и хорошо поела. Вчера уехала. Рано пришла, покушала хорошо. На завтрак каша была рисовая. На обед у них был щи. А на ужин макарон с сосисками. Что касается самой Успенской, она заверила, что во время съемок ее дочь отсутствовала в особняке, так как была на йоге и процедуре иглоукалывания. При этом ранее в микроблоге самой Плаксиной стали появляться странные записи, в которых она просила о помощи. Дочь Успенской сообщила, что ее заперли и отняли телефон. Однако позже выяснилось, что тревога была ложной. По словам самой Любови Залмановной, с Плаксиной все хорошо. А странные заметки в Инстаграме стали появляться после взлома аккаунта дочери. Я, наверное, все-таки очень хорошая мать, которая не опускает руки, которая борется до конца. Я девочку спасу.